Колхозница Бурцева, знатная доярка колхоза «Победа» Усть-Алданского района, ветеран заполярного животноводства. Из года в год Бурцева добивается рекордных для Якутии удоев молока. Самое большое богатство, конечно, люди Якутии. Они-то и строят на своей земле новую жизнь, идут к коммунизму. Колхознице Бурцевой за высокие удои молока орден Ленина и звание Героя социалистического труда. Якутия. Это же целая галерея живых портретов.